Средневековая жизнь. Преступник. Однажды в самом сердце зеленого леса. Ба, шериф, вы, кажется, не брились этим утром. Проклятье, Робин. Снова ты одурачил меня и разрушил мои злобные планы. В мире беззакония средневековья надежда бедняков на справедливость была связана только с этими смельчаками, которые жили в лесу с легендарными разбойниками средневековой Англии. С героями, которые скакали верхом на конях по лесу, в трико, в коротких туниках, едва прикрывавших зад, Терри Джонс. Средневековые разбойники были символом свободы и справедливости для обычного человека. Были ли в средневековой Англии такие разбойники, как Робин Гуд? Если нет, то почему мы уверены в их существовании? И еще. Неужели закона для простых смертных не существовало? Неужто лес действительно был символом свободы? И, наконец, главный вопрос. Неужели разбойники и впрямь не носили штанов? Мое расследование относительно средневекового закона и порядка начинается с изучения дела реальной банды 14 века в тихой деревне Ти, что в Ратланде. Мило, не правда ли? Однако в один из дней 1340 года мир и покой деревушки был нарушен яростной стычкой. Группа вооруженных людей осадила эту церковь. После ожесточенного боя священника, который служил здесь уже 20 лет, выволокли на улицу и отрубили ему голову. Но это была сложная ситуация. Вооруженные люди, казнившие Божьего человека, не были разбойниками. Они должны были охранять закон и порядок. Преступником был именно священник. Его звали Ричард Фолвиль. Он был членом печально знаменитой разбойничьей шайки семьи Фолвилей. Спустя 100 лет после гибели семейства Фолвилей их стали считать разбойниками, боровшимися с произволом. Одна из хроник гласит, что они сами себе были законом и выступали против несправедливости с оружием в руках. Фраза «закон Фолвилей» стала синонимом оправданного грабежа. Неужели Фолвилей были настоящими Робин Гудами? Если бы это было так, было бы здорово, но я в этом сомневаюсь. Братья Фолвилей были дворянами, их отец был владельцем поместья Эшби Фолвиль. Так почему же сыновья аристократа стали преступниками? В 1310 году старик Джон Фолвиль умер и оставил всю собственность старшему сыну, так было принято. Младшие сыновья могли посвятить себя церкви или службе в армии. Но в случае с Фолвилями младших братьев было 6. И они выбрали другой путь. Сколотили банду и занялись криминалом. По местной легенде, этот камень с крестом отмечает место, где началась преступная жизнь Фолвилей. Именно здесь они могли убить одну местную шишку. Но разбойникам нельзя было стать просто так. Было несколько требований, которым должны были соответствовать Фолвили. Главным критерием настоящего разбойника была неявка в суд по 3 делам подряд. Фолвили прошли этот тест на ура. Это значило, что теперь они могли действовать как настоящие разбойники, занимаясь нападениями и грабежами, вымогательствами и похищениями с целью набить карманы. Они были не единственными разбойниками высокого происхождения в стране. В Шропшире была банда сэра Четтлтона. В Дарреме шайка сэра Миддлтона. В Кенте – ватага сэра Лейбурна, и это не считая семейства Коттерелл, которое действовало сообща с Фолвилями. Эти банды аристократов грабили богатых не для того, чтобы помочь бедным.
Это были профессиональные преступники с собственной сетью информаторов и политическими связями. Джон Бромьярд, доминиканский священник и проповедник, жаловался, что Англия самая криминальная страна, потому что джентри постоянно сами приступают закон или нанимают головорезов для своих темных дел. Если разбойники все-таки были плохими парнями, тогда кем же были их традиционные враги – шерифы? Злобные шерифы? Молодец! Наконец-то ты научился обращаться с этими животными. Здесь, в Шервудском лесу, к восторгу зрителей и по сей день демонстрируется эта старая мелодрама. Ну, разве он не смельчак? Как, по-твоему, он смельчак? Несомненно, были шерифы, которые злоупотребляли властью. В 14 веке один шериф, Ноттингемский, создал мафиозную организацию, в которую входили его жена, приказчик и капеллан. Но злобные шерифы были скорее исключением из правил. Боюсь вас разочаровать, но большинство шерифов были бюрократами-крючкотворами, перегруженными работой, которые тонули в ворохе жалоб от крестьян и приказов центрального правительства. В свою эпоху они в одиночку заменяли целый региональный совет. Мы научим тебя хорошим манерам. Пытать крестьян и угнетать бедняков? Большинство шерифов были слишком заняты организацией ополчения, поставок сыра королевскому двору или поиском охотничьих собак для короля. Мы привыкли считать, что история о разбойниках — это черно-белая сказка о добре и зле. Реальность была менее категорична. В средние века само понятие «преступник» постепенно менялось, как и система правосудия, от которой бежали бандиты. В англосаксонской Англии простые люди сами следили за соблюдением закона. Это было что-то вроде добровольного дозора с одним отличием. На этом можно было заработать. Понимаете, англосаксов в ту пору не волновало само наказание. Их интересовало возмещение ущерба жертвам преступников. Существовал жесткий тариф. Если изуродован нос – 6 шиллингов. Если оторвано ухо – 12 шиллингов. 50 шиллингов за глаз, 50 шиллингов за ногу, 10 шиллингов за большой палец ноги. За каждый из четырех передних зубов – 6 шиллингов. За соседний с ними зуб – 4 шиллинга. За следующий зуб – 3 шиллинга. За все остальные – по 1 шиллингу. Получив в зубы, можно было озолотиться. Какой удачный день! В ту пору все боялись, что их вдруг объявят вне закона. Люди жили маленькими самоуправляемыми общинами. Если тебя исключали из общины, значит, ты становился изгоем. Даже хуже того, разбойник объявлялся волчьей головой, то есть тем, кого разрешалось убить. Он был обречен жить в бегах вдали от нормального общества. Но в 1066 году Англия была оккупирована. Система правосудия, основанная на взаимодействии завоевателей и покоренного народа, не могла быть действенной. Поэтому норманы внесли изменения, введя коллективное наказание и судебный поединок. При словах «судебный поединок» на ум приходят аристократические дуэли на рассвете между двумя мастерами фехтования, но реальность была более прозаична и зачастую комична. Возьмем, например, дело Томаса Уайтхорна и Джеймса Фишера. Их поединок действительно состоялся на рассвете, но в качестве оружия им были предложены не мечи. Каждому выдали по бараньему рогу. Они честно попытались убить друг друга, но после пары ударов рога сломались, и противники решили загрызть друг друга насмерть. Вот запись о том, что произошло. Уайтхорн повалил Фишера на землю и укусил его за причинное место, отчего он закричал. Но затем Фишер нанес ответный удар, укусив Уайтхорна за нос и надавив ему на глаз большим пальцем. Уайтхорн взмолился о пощаде, во всем сознался и был повешен. Фишер по одному ему известным причинам покинул город и стал отшельником.
Если таково нормандское правосудие, пусть подавятся. Так думали многие саксонцы, которые решили, что лучше стать разбойниками, чем предстать перед таким судом. К 1150 году судебная система рухнула. Генрих II создал совершенно новую, придумав уникальную процедуру, которая вернула власть местным общинам. Это был суд присяжных, но не в том виде, к какому мы привыкли. Выбор присяжных в Средневековье осуществлялся не на основе беспристрастности, а наоборот, присяжными становились те, кто хорошо знал подсудимых. Например, в 1344 году Элис из города Фолвилли была оправдана на королевском суде присяжных, привезенных отсюда из ее родной деревушки Ти. В Англии не было беззакония, наоборот, действовало слишком много законов на все случаи жизни. Но люди быстро научились поворачивать закон в свою пользу. Обычному человеку для защиты не нужен был Робин Гуд. У него были адвокаты. Протоколы судебных заседаний 700-летней давности очень увлекательные. Насколько люди той эпохи были знакомы с законами в сравнении с современными людьми? Они не вылезали из судов. Доктор Энтони Массон. Примерно как в современной Америке. В средние века люди знали закон и использовали его. Дорого ли им обходились услуги адвокатов? Для бедняков существовала примитивная форма защиты. Также можно было заплатить адвокату продуктами. Вот в этом документе говорится, что один человек нанял адвоката, заплатив ему фромаж эйтбур, сыром и маслом. Ясно. Сегодня за это загремишь лет на 100. Королевский суд был средневековым аналогом Центрального уголовного суда. Неважно, насколько мелким было дело, протокол составлялся очень тщательно. Это свитки протоколов суда по гражданским делам. Все заседания в лондонском суде за один год. Вот этот особенно длинный. Некий Ричард Оринг из Эксетера довел это дело вплоть до самого Лондона. Он утверждает, что подзащитный Генри Халл совершил неоправданное насилие. Виет Армис. Он пришел в его сад с мечом, луком и стрелами. Вы только представьте себе такую картину. Драматичный момент. Да, и состриг всю зелень. Короче говоря, он просто обрезал несколько веток и потом зашел на территорию соседа, чтобы собрать обрезки с живой изгороди. Значит, все дело в этом? Да. Учитывая, что люди обращались в суд даже из-за обрезков с живой изгороди, все больше и больше ответчиков не являлись в суд и оказывались вне закона за неявку. К середине 14 века почти каждый был объявлен вне закона хоть раз в жизни. И это уже было не страшнее, чем если, например, у вас не приняли кредитку. Угроза оказаться вне закона уже никого не пугала. Стало все сложнее привлечь преступников к ответу. Поэтому были созданы такие заведения – тюрьмы. Не для наказания, а для того, чтобы заставить людей ответить перед судом. Средневековые тюрьмы были частными и приносили неплохой доход. Эта тюрьма принадлежала архиепископу Йоркскому, и он сколотил на ней состояние. Открывшаяся в 1330 году тюрьма в Хексаме в Нортумберленде стала первой специально построенной тюрьмой в Англии. Невероятно, но чтобы попасть в тюрьму, нужно было заплатить, как и за то, чтобы выйти из нее. Тюремщики варили пиво и продавали его заключенным, которые оплачивали постельное белье, еду и свет. Заключенных, у которых не было денег, выпускали на улицу просить милостыню. Что угодно, лишь бы архиепископ получил деньги. В Хексаме были разные уровни комфорта в зависимости от толщины вашего кошелька. Темницы предназначались для нищих. Там не было окон, свежего воздуха и, страшно сказать, даже туалетов. В то время как на первом этаже был туалет, а вот на втором был даже собственный камин. Если вы были действительно богаты, то могли жить на верхнем этаже, где был не только туалет, но и целых два камина. Что любопытно, суд присяжных был добровольным.
Однако, если ты отказывался отвечать перед судом, тебя сжимали меж двух камней до той поры, пока ты либо соглашался, либо умирал. В Средневековье единственная пытка, которая использовалась английской судебной системой, была призвана не выбить из преступника признание и не наказать его, она должна была заставить его предстать перед судом. Неудивительно, что многие избегали такого суда и предпочитали быть вне закона, особенно те, кого обвиняли в чем-то серьезном, например, в убийстве. И возможность спрятаться от правосудия в лесу привлекала многих. Но не стоит думать, что было здорово быть преступником, потому что можно было беззаботно и вольготно жить в лесу. Лес в те времена был не таким, каким мы его себе представляем, вплоть до того, что в нем совсем не обязательным было наличие деревьев. Одним из первых законов Вильгельма Завоевателя стало создание нового леса. Я всегда считал, что он приказал посадить много деревьев, чтобы люди могли ходить на пикники. Но нет. Это значило, что король взял обширные территории с целыми городами и селами и превратил их в личные охотничьи угодья. Для защиты этих парков он ввел строгие законы, которые назывались лесными законами. Лесом называлась местность, где действовал лесной закон. Территория охранялась королевскими поверенными, которые по приказу короля взимали драконовские штрафы за браконьерство. Граф Кардиганский, 31-й наследственный смотритель леса Севернейк. Его семья патрулирует эти леса в поисках преступников и браконьеров со времен нормандского завоевания. Любой местный житель, который поднял руку на королевского оленя, подвергался страшному наказанию. Каким оно было? Например, стандартным наказанием было такое, если ты взял лук и стрелы, чтобы убить оленя, королевского оленя, и натянул тетиву двумя пальцами, ты лишался двух пальцев, чтобы больше никогда уже не мог поднять лук на королевского оленя. Отсюда и пошел этот жест. В битве при Азенкуре британские лучники показывали два пальца, подчеркивая, что они еще могут натянуть тетиву своего лука. В 100 метрах слева под теми деревьями. Да. Говорят, Вильгельм Завоеватель заботился об оленях как отец родной, а Генрих II приравнивал браконьерство к убийству. Ричард I в наказании за убийство оленей выкалывал глаза и отрезал яйца. Если на ваш участок забрел олень и уничтожил ваши посевы, значит, вам не повезло. Прогонять оленя с поля было нельзя. Нельзя было прогонять? Нет, олени, которые жили в этих лесах, обладали большими правами, чем местные жители. Возможно, именно это стало причиной популярности историй о Робин Гуде. Они прославляли времена до завоевания, когда леса были символом свободы. С приходом норманнов лес стал символом репрессий и жестоких наказаний. Но когда-то люди могли свободно охотиться здесь. И эти времена крепко засели в народной памяти. Выкалывание глаза или отрубание руки за браконьерство кажется нам слишком строгим наказанием, но нанесение увечий было обычным делом. И тому была причина. Это был не только способ наказания преступников, но и метод идентификации. Ведь тогда не было документов с фотографиями. Если видишь человека без уха, то сразу понимаешь, что перед тобой преступник. В 13 веке некий Джон Рафтон потерял ухо после того, как его легнула лошадь. Он настоял, чтобы ему выдали грамоту, в которой указывалось, что он лишился уха в результате несчастного случая. У преступников и бандитов, приговоренных к смерти, был широкий выбор. Все зависело от того, где должна была состояться казнь. В Сэндауне их закапывали заживо. В Певенси бросали в реку во время половодья. В Портсмуте сжигали. В Гастингсе сбрасывали с утеса в море. Здесь, в Галифаксе, существовали самые передовые технологии казни. Этот город не без оснований гордился тем, что в его распоряжении была гильотина,
Хотя только 500 лет спустя француз Жозеф Гильотен дал ей свое имя. Интересно, как ее раньше называли? Мы казним его штукой, у которой нет названия. Но это гильотина, нельзя ее так называть. Месье Гильотен пока не нарек ее своим именем. Местные жители неохотно шли в палачи. Поэтому было решено прибегнуть к романтическим способам. Если вор украл корову или лошадь, то один конец веревки привязывали к животному, а другой к штырю, который удерживал лезвие. Затем животное били хлыстом, штырь выдергивался, и вор погибал от рук собственной добычи. Только те, кто был вне закона, могли сбежать от гильотины с коровой-палачом. Но был и другой, всегда можно было укрыться на святой земле. Многие люди стремились на святую землю города Беверли в восточном Йоркшире. И не просто так. Преступник был в безопасности, если ему удавалось добраться до этого камня. Территория святой земли в Беверли была огромной. Это была местность радиусом 3 километра от центра города. Она была отмечена священными камнями. Стоило добраться сюда или коснуться камня, и тебя уже никто не мог преследовать. Более того, если тот, кто за тобой гнался, убивал тебя на этой стороне от камня, он должен был заплатить церкви штраф 8 фунтов. Хотя вряд ли нашлись бы свидетели. Центром Святой Земли в Беверли был собор. Все церковные здания предоставляли убежище на время, пока священники пытались разрешить дело мирным путем. Обычно убежище предоставлялось на 40 дней, а если по истечении срока не было достигнуто мировое соглашение, ты обязан был покинуть страну. Тебя снабжали специальной одеждой, давали деревянный крест, помечали большой палец с буквой «А» и направляли в ближайший порт. Время, отведенное на то, чтобы добраться до порта, варьировалось. Одному беглецу было дано 3 недели, чтобы попасть из Норвича в Портсмут, а другому не повезло, ему дали на тот же путь 4 дня. Прибыв в порт, ты должен был сесть на первый корабль, отплывающий из Англии. Если в порту приходилось ждать несколько дней, то ты каждый день обязан был входить в море по колено в знак твоего желания уплыть. Это единственный случай, когда купание использовалось в качестве наказания. Для людей, бежавших от преследования, самым привлекательным в Беверли было то, что здесь ты был защищен от правосудия не на 40 дней, а на всю жизнь. Чтобы получить право на пожизненное убежище, беглецы должны были полностью сознаться во всех когда-либо совершенных преступлениях и записать их в специально отведенный для этого журнал, который хранился прямо здесь, в соборе Беверли. Передо мной его копия. Очень увлекательное чтиво. Создается впечатление, что чаще всего насилие применяли мясники. С чего бы это вдруг? А вот должниками в большинстве случаев были строители. С тех пор немногое изменилось. Собор виден с огромного расстояния. Он являлся чем-то вроде маяка, который манил к себе воров, убийц и головорезов со всей Англии, приглашая оценить прелести этого гостеприимного города. Ситуация вышла из-под контроля. В парламент была подана жалоба на то, что преступники устроили себе настоящий притон на Святой Земле. Днем они затаиваются, а ночью выходят за границы Святой Земли, чтобы совершать убийства, грабежи и прочие злодеяния. Но преступников покрывала не только церковь. Тем же занимались и столпы общества. Представители джентри, мелкопоместного дворянства, нередко управляли преступными синдикатами прямо из своих замков. Правда такова, что разница между преступниками и вояками из джентри и аристократического сословия была невелика. Зачастую они были едины в одном лице. Банда Фолвилей, например, была в сговоре с аристократом, который владел этим притоном, замком Рокингем.
Рокингем находился в Нортгемптоншире, на границе с тремя графствами: Лестерширом вон там, Ратландом там и Кембриджширом там. Именно здесь сэр Роберт де Вир привечал беглецов и преступников из всех четырех графств. Сэр Роберт был комендантом королевского замка и хранителем королевского леса. Несмотря на это, замок стал осиным гнездом преступности. Один из современников писал: «Порой 20, а то и 30 вооруженных людей прибывали в замок де Вира, а уезжали на рассвете или даже затемно. Ворота со стороны города закрывались, чтобы они могли выбраться незамеченными. Тем, кто доставлял провизию в замок, не разрешалось проходить внутрь, дабы они не узнали этих людей». Ух, какие страсти! Неудивительно, что в XIV веке парламент был засыпан петициями с просьбой остановить деятельность дворянских банд. Фолвилли были отъявленными негодяями. За их вожаком Юстасом числилось 5 убийств и изнасилований. И что же с ними стало? Может быть, их повесили, как они того заслуживали? Не совсем. Фолвилли 16 лет были вне закона, а затем их простили, и они умерли уважаемыми людьми. Юстас даже был посвящен в рыцари за добрую службу короне. Но разве мог такой преступник, как Юстас, стать одним из верных рыцарей короля? Помилование таких разбойников в обмен на военную службу позволяло королю использовать их боевые навыки. В отсутствие регулярной армии страна зависела от них. В обществе, где насилие было делом обыденным, смелость и агрессивность были главными достоинствами мужчин. Но в Англии была еще одна уникальная особенность. По всей Европе рыцари были аристократами, получая титул по наследству. Но в Англии рыцарем мог стать практически любой. Сделать карьеру мог либо воин во время войны, либо грабитель во время мира. После смерти Юстаса один из летописцев писал о нем не как об убийце и насильнике, а как о необузданном и отчаянном человеке. Настоящий преступник стал легендарным разбойником. История Робин Гуда объединила миф о свободе, существовавший до завоевания, с более поздним мифом о благородном рыцарстве. Англия гордилась собой как страной отважных разбойников. Сказания разбойники – очень важная часть английской истории. Именно оно сделало Англию Англией. Автор и ведущий – Терри Джонс. Оператор – Патрик Дюваль. Композитор – Дэвид Митчем. Продюсер и режиссер – Люси Кук. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Редмедиа».